Вовки у нас его, вот он приехал домой. Да, мы сказали, Бога будем любить. Да, его. Тут он, смотрите, все приготовили, игрушечки ему, вон, коробочку спать. Лоточек вот ему уже приготовили. Тут у него вон все уже. Ну, почти все уже было. Да, уже все. Пирамидку купила, там еще игрушки какие. Ну, пока вот сейчас осваивается. Боится пока. Попей. Там есть порошок, реки. Ага, вот он сейчас попьет. Ты попьешь? Не бойся. Угу. Может, хоть и смазать? Да, положить ему. Котик, слышь. Котик, котик. Ну да, у тебя дружочек вот появился, кушает. Сынотик твой. Ну ты мой маленький котик. Давай его, ой. Иди знакомься. Скысь, иди знакомься. Вот он, приехал в новый дом ребенок и уже кушает. Вот, а у нас тут вон еще котик один, вон, видите? Да. Да, ты недовольна. Сказала, опять кого-то притащила. Да? Кс-кс-кс. Ну а как? Ему тоже дом нужен маленькому. Мы его нашли на улице. Того кота я тоже притащила. Минус 27 тут. Ого. Но ему было вместо 7-8. Угу. Взросленький уже, да, был? Поэтому она его вообще все-таки воспринимала. А это кошка или кошка? Да, Костюнь, он маленький, да, он, смотри, без мамы он у нас рос, мы его сами выхаживали. Мамку не видел. Ну, у нас есть кошка Электра, она вообще за всеми котят, она 3 помета котят выходила. Угу. То есть она как бы не кормящая, но она за ними ухаживала, вылизывала их, вот они чистенькие, поэтому такие все как бы. Поэтому у нас она молодец. И вот благодаря ей котятки вот у нас выросли, можно сказать, что она их мыла постоянно. Наверное, интересно, сейчас кошечки пойдет. Да не бойся, не бойся. Она не боится. Кося, Кося. Кого ты притащила? Мне было так хорошо сказать. Зайка, ну надо, вот видишь, мама твоя еще захотела спасти котеночка. Но он без мамы. Полез-то. Ему как теточку надо, наверное, показать больше. Но он сейчас все будет изучать. Вот началось осваивание территории. Все уже, ой, уже играет, все. Да, отлично, уже полез в диван. Все, все, кыси, кыси. Не ревнуй, зайка, не ревнуй. Все, ребенок ушел.